Катя, привет! Привет! Вы на канале Мисс Кейти. И сегодня с Катей что мы открываем? Божью коробку! Мы открываем Божью коробку, а не простую Божью коробку. С орбизами. С орбизами, правильно, молодец! Давай смотреть, что это за коробка. Да-да. Да-да. Скотч поналипливают постоянно, да? Потом мучься его отрывай. Есть. Открываем и достаем. Что тут? Тут что-то было еще. И тут что-то еще. Так. Это пульт. И смотри, что есть тут. Арбизы, там уже выращенные арбизы в этом, в пакетике, представь. Из коробки все достали, нам нужна только инструкция. И распечатываем то, что у нас тут есть, да? Давай начнем с Божьей коробки, давай. Нет, хвостик. Хвостика, давай. Это, я думаю, не хвостик, это крылышки. Вот в пакетике были такие вот крылышки для Божьей коробки. Я не думаю, что она может летать, а ползать будет. Вот она. Так, надо как-то ей вцепить, наверное, эти крылышки. А теперь арбизы. И арбизы сейчас все будем делать. Я думаю, что она такая белая, не очень красивая, потому что она пустая, она голодная. У нее пустой белый живот. Надо, чтобы она наела туда живот полный шариков, и тогда она будет покрасивее. Да, Кать? А пока она вот такая голодная, с ртом таким, ням-ням-ням, где мои арбизы, ням-ням-ням-ням-ням. Вот они. Вот они у Кати. А мне еще нравится пульт. Вот такой вот классный пульт в виде Божьей коробки. И арбиз написано даже. До-до-до. Привет, Катя. Разбираемся, как с ней ей управлять? Да. Что она умеет? А ну, она едет вперед, назад. Смотри, как светится еще, видно? А ну, на камеру видно, что светится? Ой, свалилась. Так, вперед-назад и бажа поворачивай, видишь? Она со своей крылышкой. Вот так. Ага, а у нее еще есть вот сзади такое как бы выходное отверстие. Если нажимать, оно открывается. То есть оттуда, чтобы шарики высыпались, надо нажимать на кнопку. Теперь можно пробовать самое интересное, да, Катя? Да. Это открывать наши шарики. Арбиза у нас вот такой вот полный пакет, уже выросший, готовых. Высыпай вот сюда, возле коробки, давай. Вот сюда высыпай, возле коробки. Разбежались наши арбизы по всему дому. Катя, ты молодец. Прямо у шарика, давай, пусть ест. Съела. Там это что-то все. Смотри, как классненько. Попадает туда, еще едем. А крылышками под наши, классно. На мокром буксуре. Я подтолкну. Поехали, король. Ты ж смотри, куда едешь. А ну давай, опять прямо. Крылышками машет, блестит. Ну что, буксуем? На мокром буксует. Поехали. А что, что они воды нам продали? Она так недорожная версия была. Коробка Monster Truck. С полным приводом нам надо была коробка. Давай. Опа, словил папа, молодец. И назад. Она повторила шарик, все и меч. Да? Вот так вот раздавила. А Катя, как все начинающие девушки-водители, задом еще не умеет сдавать, только вперед едет. Она крылышками машет, когда, видимо, не может проехать или что? Всегда, когда едет, машет крылышками и светится. Спасибо.
красный. Да, разные поела уже. И красный тоже. Ой, как красивый. Вот так вот. Зачем вот это вот управляться? Зад, вперед, вправо, влево. Все можно делать одним движением, да, Катя? Ручкой раз, и все, и готово. Молодец. Катя, дразнится. Ну что, твоя корова уже наелась? Уже не голодная? Хорошенькая. Хорошенькая божья коровка. Я его покормила и полный живот. Ты ее накормила, у нее теперь полный живот? Да. Супер, отлично. Очень хорошо. Лайк. И подписывайся на канал Мискити. Всем пока. Пока-пока. Ой, застряла.